подписан указ о присвоении специальных званий высшего начальствующего состава ряду руководителей территориальных органов, подразделений центрального аппарата и образовательных организаций министерства. Прежде всего, хочу поздравить коллег с этим важным событием. За ним годы напряженного труда, добросовестное отношение к делу на порученных участках и, конечно, немалый вклад вверенных коллективов. Такая высокая оценка главы государства должна стать стимулом к дальнейшему профессиональному росту. Генерал-майора внутренней службы, полковнику внутренней службы Никулину Владимиру Робертовичу, заместителю начальника главного управления МВД России по Саратовской области,